качестве материала для плетения – трубочки из газеты, окрашенной бумаги. Это одно из первых изделий Надежды Мамаевой. С точки зрения стиля – почти идеальный поп-арт. Хотя так получилось случайно. Использовала то, что было под рукой. То, что накидали в ящик. О самой технологии она узнала в интернете. Заинтересовалась, решила попробовать, затянула. Мне очень нравится этим заниматься. Практически медитативный процесс. Чтобы сделать одну среднюю корзину или вазу, нужно 500 или 600 таких трубочек. Их обрабатывают водной морилкой, покрывают клеем ПВА. Сама технология плетения мало чем отличается от той, что используют при работе с соломой. По словам Надежды Мамаевой, материал более податливый, но это как бы обязывает мастера придумывать более тонкие узоры. Все изделия функциональны и достаточно прочны. Это также экспериментальная работа. Используется по назначению уже порядка 3 лет. Пережила переезд. Этот бубен Надежда Мамаева купила, когда 3 года назад уезжала из Норильска на деньги, подаренные коллегами по работе. 2 года занималась обустройством на новом месте, потом вспомнила о главном увлечении. Эти работы она представит на выставке в Краснодаре, где будет в составе делегации города-курорта. Для меня это важно, чтобы люди увидели, что из простых материалов можно делать такие красивые вещи. В планах мастера и дальше совершенствовать технологию, комбинировать бумажную соломку с веревкой или другими материалами, а также наладить продажу изделий через интернет.